Всем привет, друзья! Вы на канале TNT Fox. Как и обещал, повзрываем еще здесь вот таких ракет. Вот такой набор ракет у меня есть. Очень много. Смотрите, можете поставить на паузу и посчитать, сколько здесь. Так, сейчас вам покажу. Вот так вот. О. Фокус. О. Так. Позываем ракет, потом есть еще розочки, и еще здесь очень много различной пиротехники, смотрите, сколько петард классных. Давайте выберем сразу петарды, которые тоже повзрываем. Так, будем все разные брать. Так, смотрите, есть К-1000, есть пиратка, вот такая П-2000 Максим, очень мощная. Так, есть черная П-2000 Фурор, есть желтая П-2000. Брал вот такие мощные. Так, есть КП-1000С. Так. Что у нас там еще есть? No Limits. Super Banger. Так. К-1000. Crazy Robots. Так. Очень много еще петард. К-05 черная П-2000. Так, есть П-23, FP-3 и вот такая Black Devil. Так, может еще что-то такое. Такс. Ну что, давайте начнем. Так, позапускаем для начала свистулик. Посмотрим, как они срабатывают. Так, давайте закинем одну мощную петарду Black Devil. Будем по очереди, так сказать. Готовим ракетки к пуску. Блин, люблю двойные. Вот двойная, сейчас мы ее затестим. Так, теперь двойную. Блин, обе они не сработали, капец, жалко. Ладно, давайте дальше. Четко забросил. Давайте еще. Есть. Так, теперь FP3. Блин, капец. Вот это шандарахнуло. Так, сейчас проверю камеру, залило или нет. Чуть-чуть, ребят, залило, но ничего. А, так, давайте еще свистульки. Блин, смотрите, тройничок. Давайте тройничок, блин. Ладно, не буду. А то еще не успею поджечь, я еле прошлый раз поджег двойную. Просто испорчу две ракетки. Пошла на дно без стабилизатора. Затухло. Есть. Такс. Давайте теперь вот этот бросим. Блин, КП-1000С затух. Давайте Thunder King. Опять залепало, блин. Что ж сюда ветер дует постоянно? Так, еще ракет.
Давайте затестим вот такую розу Grand Flowers. Точно залило. Блин, после каждого взрыва нужно камеру чистить. Теперь еще не хватало, чтобы зажигалку прочистить. Так, вроде бы продул, давайте. Вот это да. Стартует торпед. Класс. P23. Так, опять чистим камеру. Так, будем петарды далеко бросать, короче. Видите, куда лёпает? Аж сюда долетает. К05. Вся коробка мокрая. Так, соберем ракеты. Пошла. Еще одну. На дно. Так, двойная. Есть. Видели, взлетела. Давайте одну здесь. Блин, они вот этот друг на друге лежат так. Во. Классно. Еще одну давайте так. Где-то там в воздухе рвануло. Есть. Супер. Ух ты ж, блин, залёпал опять. Такс. Давайте закинем две вот такие розочки. Хочу посмотреть, как они рванут. Да, сейчас позреваем еще больших. Так. Будем бросать подальше. Понятно. К1000. Давайте No Limit сбросим далеко. А
аж сюда брызги долетели. Супер бласт. Прям туда закинул. О. Ты шо? Так, P2000. Был. Так, и последняя К1000, но не последняя на канале. О. Что же, ребят, вот такой ролик получился. Вот так мы подзревали ракет. Думаю, получилось интересно, поэтому, ребят, кто хочет еще ракет, пишите слово «хочу» в комментарии. Буду для вас обязательно еще снимать видосики с ракетами. Думаю, получился видос очень интересный, поэтому подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующих роликов. Если хотите еще видосы с ракетами, обязательно пишите в комментарии. Буду читать комментарии. Если будет много комментариев по поводу ракет, обязательно сниму для вас еще такие видосы. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Подписывайтесь на второй канал, ссылка будет здесь, также внизу в описании. На втором канале выходят тоже классные видео с петардами, как и здесь. Очень интересные, веселые, насыщенные, поэтому рекомендую подписаться. Смотрите, не забывайте, здесь 4 видео, они тоже классные, может быть, вы их еще не видели. С вами был ТНТ Фокс, всем спасибо за просмотр, пока-пока, до новых встреч.